Привет. Мы начинаем седьмую часть нашей Total Drama. Сейчас вкратце Маркус расскажет, что случилось в предыдущей серии с Гвен и Эзекилом. В прошлой серии они, они принесли сломанную кассету. Она вот врезалась, она выбила попу с финишной линии, и они eliminated. Вот. Все, их больше нету в игре. Хо-хо, и получили eliminated мороженое. Да. Так. Итак, сегодня остались у нас 8 команд, которые еще участвуют в этой битве. Начали 14 команд, осталось уже 8. Сегодня мы определим, кто же пойдет домой, кто же получит мороженое и пойдет домой. Но также мы сегодня узнаем, кто же получит светящийся тотем. Светящийся лазер. Лазерный тотем, как лучшая команда. Задание очень простое. Надо скатиться с горки и найти о себе информацию про Total Drama Island. Про себя информацию, про Гвидо, например. Да. Вот первый у нас идет Гвидо. Давай, Гвидо, ты умеешь. Йоу! Ну, и что Гвидо у нас узнает? Пит-стоп. Я хочу узнать. Сейчас узнаем. Про год. Ну, что такое год? Это год из Total Drama Dog Race. Ну, рассказывай. Что там прочитал Гвидо, рассказывай. Ну, я прочитал про... И год он нормальный, и он... Вот он нормальный. И не понимают по фильме «Hotel Transylvania». А он вообще разговаривает? Ну, она slow motion разговаривает. А на каком языке? Английском. На английском языке, да? Он живет в Румынии. В Румынии, да? Круто. А у него есть подружка? Да, Crimson называется. Спасибо, Гвидо, ты так классно рассказал нам про этого. Кто он такой? Это Ануи. Ануи. Так, ты отправляешься в следующий тур. Маквин, идем. Маквин, ты... Нет, нет, Маквину надо еще съехать с горки. Маквину еще своего надо найти. Давай, Ногтя. Давай, Маквин. Так, ну, о чем расскажет нам Маквин? Я сначала еще кого я разговариваю. О, я хочу разговаривать. Crimson. Ага, это подружка Инуи, да? Да. Ну давай рассказывай, кто она такая. Она тоже из Румынии, он друг Ануи. Ага, у нее прическа, смотрю, модная. Ну да, это модница такая. Не понимаю, из Hotel Transylvania. Что она делает в Total Drama? Ничего, они то просто стоят. Просто стоят? Да. Как команда просто стоит? Да. Ну, интересно, они, конечно, люди. Ладно, Гвидо и Маквин, спасибо вам за рассказ про готов. Вы проходите в следующий тур. Ура! Мы молодцы. Да. Так, следующая команда у нас... Скрытый бомб. Бомб! Давай, катись, бомб! Ну, ты настоящий! Давай! Йоу! О, я быстрей! Ну, о чем расскажет нам бомб? В... Пит. Пит. Кто это? Это теннисный плеер. Ага, игрок тенниса. Он живет в Латвии, Даугава. В Латвии, Даугава? Ты что тут вообще говоришь? Не, это Даугава, спортивный клуб Даугава. Да? Он тебя что, пинал ракеткой? Да. Ты же похож на мячика. Ну,
Я боюсь, они просто летят надо мной. Я боюсь, я не хочу разгасать. Ясно, ты не того выбрал. Скрэт, ты давай, Скрэт. Скрэт, спасай. Спасай положение. Иначе вы пойдете на Illuminated Area. Ну, Скрэт, выбирай своего характера. Мне надо желуди. Какие желуди? Вам надо выбрать характера Total Drama и рассказать о нем. Я тоже теннисный плеер. Теннис-плеер тоже. Еще один? Он другой костюм, другой аутфит. Кого? Че ты, Скрэт? Ты с голоду совсем уже рухнул? Да. Да? Ну все, не могу я вас больше вытерпеть. Вы отправляетесь в Illuminated Area. Так, следующая команда. Винни-Пух и Пикачу. Готовы? Да, готовы. Кто первый пойдет? Пикачу. О, все, я пошел. Ой, мне живот врезался в финишной линии. Ну, Пикачок, насколько я понимаю, тебе нравится? Блейн. О, это символ Total Drama. Мне нравится Блейнли. Он тигр. В прошлой серии тигра. Мне нравится Блейнли. Да. А что она делает в Total Drama? Она рассказывает в news. А, новости рассказывает. Ага. Да. Она журналистка, ясно. Вот. Она хорошая, плохая? Хорошая. Хорошая, да. Журналистка Блейнли. Ладно. Подождем, что нам расскажет Винни. Давай, Винни, Винни, катись. И тогда решим, что с вами делать. Так, ну, Винни. Винни, просыпайся, Винни. Винни, просыпайся. Я Я поищу, кого я расскажу. Ну, слишком долго ты ищешь. У меня руки крылатые. Ты хотел сказать, у тебя лапы крылатые, да? Да. Я хочу про Криса. О, а Крис кто такой? Ведущий. Мы говорили, нам нужны характеры Total Drama, а не ведущие. Ведущий, он тоже характер, он ведущий. Да, ну и что ты о нем можешь рассказать? Он ведущий, он разговаривает, болтает по командам, и все. Он живет в России, в Москве. Что, Крис, в России живет? Да. Ты о чем, Винни? Я болтал. Ты доболтался. Ваша команда идет в Illuminated Area. Так, следующий тролли. Ну, кто из нас первый? Желтенький. Давай. Давай, братан, не подводи троллей. Ау, у меня ухо. Антенны, мои антенны. У меня ухо врезалось. Ну, о чем расскажешь, тролль? Сейчас расскажу. Я ищу, кого я рассказать умею. Так, идем. Про мои красавицы Гвен. Гвен, ну это очень красивая девушка. Ну? Гвен это Готта. Она Готт. С кем она дружила? Дункана и Трента. Ну, а как, с двумя? Да, кого она выбрала? Трента. Она с Трентом дальше осталась, да? Она выиграла Total Drama? Да. Да? Вау. Что тебе в ней больше нравится? Почему тебе она нравится? Потому что она в прикольной одежде. Покажи одежду. Не вижу одежду. Ого. Вот одежда. Мне нравится одежда. Я ее я рисую в моем доме. Да, ты сам рисовал, да? Да, я рисовал вместе с моей мамой. Круто. Ну вот, ладно, тролль, пока вы очень хорошо рассказали, мне понравилось. Давай фиолетовый. Посмотрим, что нам расскажет фиолетовый тролль. Катись. Фью. Я про Эзекиэль.
О, Эзекиил, ну рассказывай, почему тебе нравится Эзекиил? Потому что он прикольный в шапке. Шапка прикольная, что еще в нем интересного? Он ее в одежде, как у меня. Что? Зеленая одежда в моем доме тоже. Да? А одежда тебе нравится? Да. А, ясно. Что как еще? Как Маркус выглядит. Ага, ясно. Значит, вам нравится одежда, да? Да, мы... Ну ладно, ребята, вы справились с заданием. Вы отправляетесь в следующий тур. Ю! Ура! Можете поздравить друг друга. Следующий. Марио и Грибочек. Так, кто из нас первый катиться будет? Марио! О, мамма мия, пиццерия! О! Ну, гоу! Гоу! Йоу! Ой! Ай, о ком ты будешь рассказывать? Про Китти! Китти? Мой кошка! Тебе нравится Китти? Да! Почему они от тебя нравятся? Потому что она из Японии! Да? А у нее же сестра была, по-моему. Сестра называется Эмма. Эмма и Китти, ну. А почему тебе Китти нравится больше, чем Эмма? Потому что она в прикольной одежде, как у школьницы. А, одежда школьницы тебе нравится, да? Да, я и ухожу в школу тоже с таком одежде. Да? Ты что, Марио? Да. Ты входишь в школу, да, внутри, с юбочкой? Да, внутри рубашки мне красная одежда, как у Китти. Ну, Марио, ты доболтался. Надеюсь, Грибочек тебя спасет. Грибочек, ты давай. Ладно, братан Марио. Я спасу тебя. Ау, моя голова. Голова. Ну, о ком ты будешь рассказывать? Про Эмму. Про Эмму. О, Эмма. О, Эмма. Вот. Она тоже я с Японии. А. У меня глаза, как у Японии. Все. Да? Тебе глаза нравятся японские? Да, я умею джиу-джитсу, карате. Хая, хая. Да, что ты еще умеешь? Я умею японски разговаривать. Ну, скажи что-нибудь по-японски. Коничва. Это что значит? Привет. Коничва, привет. Ну, Марио, говори спасибо Грибочку, он тебя спас. Вы проходите следующий тур. Спасибо, Грибочек! Не за что, спасибо! Не спасибо, за что. Братан! Идем. Так, следующий. Миньон и Гарпио. Банана! Я хочу лазанью! Ау! Ау! Это было больно! Так, ну, Гарфилд, о чем ты нам будешь рассказывать сегодня? Я рассказываю про Кортни. О, Кортни! Это тоже интересный характер Тотал Драмы. Он тоже в школьной одежде, как у Марио. Ну, что делала Кортни на Тотал Драме? Он дружил с Дунканом. Погоди, Гвен дружила с Дунканом. Кортни тоже с Дунканом? Да. Что там Дункан? Все дружили с Дунканом? Да. Ух ты, что она еще делала? Она разговаривает про английский. Разговаривает по-английски, ясно. Так, она хорошая была или плохая? Она хорошая и плохая. Она всякая была, значит. Ага. Хитрая, короче, она. Да, хитрая. Ясно. Ну ладно, спасибо, пока. Миньон, посмотрим, давай. Что миньон, кроме бананов, знает? Банана! Ау, у меня глаз! Так. О чем рассказывать будет миньон? Про солдата Брик. Брик, солдат Брик, вау, какой мужественный. Он живет недалеко в Латвии. Почему тебе он нравится? Потому что он в армейской одежде. Ага, он такой армейский, весь такой прикольный. Что у него там на шее? На шее не тоже одежда. На шее что у него тут? Свисток. Свисток? Что, он все время свистит? Да, про солдатов свистит на помощь. А, понял, поднимает всех солдат. Он значит, ротный какой-нибудь там. Да. Ну, ясно. Ладно, ребята, со большим скрипом, но вы проходите следующий тур. Да, следующий тур.
Следующий бас и покемон. Два команды осталось. Две команды осталось. Кто из вас полетит первый? Бас. Ну пока, дружище. Так, о, так, кто меня встретит в финише? Я пошел. Ей! Вау! Я. О! Кто это? Я рассказываю про Би. Про Би. И кто это такой? Он выглядит как Оуэн. Ага, такой же самый жирный Оуэн. Ясно. Вообще он разговаривает? Нет, не разговаривает со сезонами. А как он мог играть в Total Drama и не разговаривать? Что он показывает позы только. А, ясно, он только показывает позы и всякие действия делает. Ясненько. Да. Что еще интересного расскажешь про Б? Он прикольный. Он прикольный, да? Он живет в Австралии. А, значит, он все время общается мимикой и жестами? Да. Вау, это действительно прикольно. Спасибо, Бас. Послушаем рассказ твоего друга. Давай, покемон. Давай, гоу, 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 покемон, гоу, покемон ас. Гоу, гоу, покемон, гоу. Эй, я застрял. Ты застрял, у так, тебя хвост. Покемон, ты застрял, ты не добрался до айфона. Так что ваша команда идет на Illuminated. Почему? Потому и что последний, он застрял и не дошел, да? Сэр. Так, так, кто из вас первым спускаться будет? Йода. Пока, красавица Белль. Жди меня на финише. О, я полетел. Йоу. Это было быстро. Ну, Йода, о ком ты нам расскажешь сегодня? Я расскажу про Стейси. О, а это кто такая? Она девчонка, которая болтает. Она много болтает, да? Да. И о чем она болтает? Про маму и папу и сестры и все. Про все болтает. Такая болтушка. Да. Ясно. Почему тебе она нравится? Потому что она болтает. Потому и нравится, да? Да. Болтушки тебе нравятся. Да. Ага, Абель тебе нравится? Да. Вау, я нравлюсь Йоде. Йода, я спускаюсь к тебе. Давай, Бель, спускайся. Так, последний участник у нас. Бель. Фью. Сейчас ну, о чем нам расскажет Бель? Пора. Так, выбираем. Шеф. Про шефа. Вау, тебе нравятся такие брутальные, мускулистые парни? Да. Да? А что еще интересного в этом шефе? Он крысу проводит. Ага, он вообще разговаривает? Да, он разговаривает. Ага, он, значит, не мой. А как он готовит кушать? В кухню. Ну, а вкусно он готовит? Невкусно в сезоне. Что? Да я же самый крутой шеф-повар на свете! Кто сказал невкусно? Бель. Вы отправляетесь в Illuminated Area. Все. Illuminated Area. Итак. Итак, все характеры рассказали о своих любимых героях. И начнем с приятных известий. Дальше, следующий тур прошли. Марио и Грибочек. Маквин и Гвида. Миньон и Гарфилд. Тролли. Так, и теперь из вас Маркус выберет, кому сегодня... Кто был сегодня самым лучшим? Марио. И кто получит... Светящийся и отзыв. Тотем. Да. Пожалуйста, Маркус, выбирай.
И тотем достается сегодня? Марио и Уиджи. Вау, спасибо, спасибо, Маркус. Ура, у нас тотем. Сегодня вы победители. Но вы тоже не унывайте. Вы проходите следующий тур. Да, а теперь узеры. Теперь узеры. На Illuminated Arena сегодня выходят. Йода и Белль. Пятачок и Винни-Пух. Покемон и Бас. Скрет и Скрет и Бомб. Раз, ребята, раз вы тут находитесь, значит, вы что-то сделали сегодня не так. Вы где-то лоханулись, потому вы в числе лузеров сегодня. И получите в качестве утешительного приза музыкальное мороженое. И полетите домой. Итак, неподкупный эксперт Маркус выбирает, кто же из вас сегодня был худшим. Бас и Покемон. А, да что? Я же космический рейнджер. Потому что у Покемона хвост застрял в трассе. А, гоу, Покемон. Говорил тебе, меньше петь эту песню. Эх, гоу, Покемон. Все, идите домой. Так, итак, мы все попрощаемся. Мы все попрощаемся. No. С Базом. Нет. И Покемоном. Почему? Пока. Вы, ты идиот. Нет. Все, они Illuminated. А, спасибо, что смотрели 7-ю серию. 8-я серия будет в YouTube. Скоро. Ждите. В ночи. В 3 часа ночи. Ха-ха-ха.